Страшный пожар в Кирове сегодня унес жизнь человека. Днем на коллективной 57, это частный сектор в районе Чистых прудов, вспыхнул деревянный жилой дом. Огонь стремительно распространился по всей деревянной постройке за считанные минуты, и к приезду пожарных пламя охватило дом полностью. Сотрудникам МЧС пришлось проливать его со всех сторон. Была реальная угроза того, что огонь мог перекинуться на соседние дома и сараи, а застройка в этом месте довольно плотная. Пожарным удалось быстро потушить пламя, однако спасти одного из жильцов не удалось, мужчина погиб. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.